Всем привет, друзья, с вами Маркович, и сегодня мы посмотрим на игру под названием Cooking Simulator. В данной игре мы с вами будем выступать в роли шеф-повара и пытаться вот на этой замечательной кухоньке, которую вы сейчас видите, создать невероятные шедевры кулинарии. Кстати говоря, рецепты здесь все реальные, так что если вы хотели пополнить свой блокнотик с рецептами, самое время его доставать. Ну а мы давайте будем с вами знакомиться с игрой. Итак, вот она, наша кухня, наше рабочее место. Какая здесь замечательная огромная плита с духовкой. Тут блендеры у нас с вами лежат, кастрюльки какие-то даже есть, раковины, естественно, чтобы мыть все это дело. Какие-то дополнительные духовки, судя по всему, да? Я больше никогда не буду ставить огнетушитель в духовку. Ну да, это, кстати говоря, все эти записочки якобы оставил прошлый владелец или прошлый шеф-повар, что-то вроде того. Тут они везде, в принципе, развешаны. На стенках, еще где-то. Микроволновка есть комбайн, кстати говоря, фритюрницы, собственно, да. Это у нас гриль. Судя по всему, сковородочка есть одна, кстати говоря, тоже. Везде висят мониторы, которые будут нам с вами показывать, какой у нас сейчас заказ, что нам нужно будет сделать. Рецепты, словом, тут тоже тут будут написаны. В общем, как-то так. Если у нас есть, кстати говоря, радио, можем включить его и послушать какую-нибудь приятную музычку, возможно. Давайте что-нибудь найдем. Радиостанция, интернет-трансляция, окей. Только про нифига не слышно. Ну, пускай вот играет. Есть компьютер наш с вами, собственно, тоже здесь у нас будет показывать, какой у нас день. Наши рецепты, сколько их открыто и так далее. Менеджер рецептов здесь тоже присутствует. Можно будет глянуть в любое, в принципе, время, как то или иное блюдо готовится. Наш, видимо, общий уровень показан. Список перков даже какие-то мы с вами будем открывать. Менеджер навыков. Видимо, тоже то, что-то будет у нас всякая информация написана. И менеджер декора. Но пока у нас вроде бы особо тут ничего и нету. Наверное, будет со временем появляться. Довольно интересненько. Ну что ж, и телефон, кстати, тоже есть полезная штука для того, чтобы что-нибудь чинить, если у нас вдруг поломается. Я думаю, у нас с вами будет здесь ломаться и все подряд, возможно. И, ну, знаете, все-таки рабочее пространство, оно такое, оно имеет свойство ломаться, поэтому пригодится. Здесь у нас с вами овощи разнообразные есть, можно покупать. Здесь у нас также для кухни необходимые всякие тарелки, ну и ингредиенты тоже. Смотрите, например, черный перец есть соль, все это у нас покупается. Масло, конечно же, нам пригодится. Есть баллоны с газом, пока еще не знаю, для чего они есть здесь, собственно, у нас, чтобы прибираться после смены, конечно же, швабра. Есть огнетушитель на всякий пожарный случай. И зелень свежую прямо отсюда можно срывать, ну, то бишь покупать это едя, она стоит одну денежку, короче говоря, прям с кустик свежая петрушка, балдеж. Ну что ж, сколько у нас с вами там остается до начала рабочего дня? Час 14 минут. Мы можем пропустить, но давайте еще осмотримся, немножко здесь походим с вами. Есть ножик, конечно же, разделочная доска, ну и, собственно, тут стол, на котором все будем резать, смешивать и так далее. Всякими такими вещами здесь будем с вами заниматься. Пока, конечно, не так у нас много всяких разных здесь приспособлений, но они будут появляться. И лопатка, конечно, что самое главное с вами есть. Мы сможем, когда будем с вами что-то жарить. Тщательная работа. Повару крайне важно освоить все тонкости работы с кухонными принадлежностями. Если зажать Shift, вам откроются новые способы обращения с тем или иным. Ну, короче, с тем, что мы с вами держим в руке. Так, хорошо, повернуть. Ага. Ну, довольно на самом деле такое, знаете, управление. Нужно к нему привыкнуть, потому что с первого раза может не получиться. Детальное управление вот у нас есть. И мы можем тоже так же поворачивать, бросить, сдвинуть по вертикали. Ну, короче говоря, всячески двигать. Давайте повесим пока обратно. Оп, все, отлично, не будем дотрогать. Есть таймер, кстати говоря, который мы с вами тоже можем поставить. Установить таймер. Мы с вами, допустим, делаем вот так вот. Тут у нас есть минуты. Я вот установил, сейчас будет верещать, видимо, через минуту. Я хочу, а можно как-то отключить его теперь, пожалуйста? Я не хотел этого делать. Случайно само по себе вышло. Во, все, да, можно отпустить. И давайте его на место вот туда вот определим. Что, пускай он будет лежать. Блендер, кстати, есть тоже для смешивания, видимо, размельчения разнообразных ингредиентов в кастрюле, скорее всего. Что-то он только у нас здесь лежит. Ну, пускай лежит. Ладно, можно тебя аккуратненько поставить? Могу только бросить, серьезно? А что, поставить никак? Он даже стал работать. Смотрите, когда вращается, лопасти, ничего себе. Так, бросить, ну. Лол. Ну, пускай стоит, пускай стоит. Теперь ресторан открыт, и мы готовы принимать первые заказы. И смотрите, у нас с вами есть первый заказ, и они все на время. 8 минут на то, чтобы приготовить стейк с лососем с вареным картофелем. Открываем и записывайте рецептик, друзья. Нам понадобится для этого картофель, собственно, филе лосося, вода, подсолнечное масло, соль и черный перец. Давайте смотреть. Где у нас это есть? У нас есть холодильник, конечно же. И здесь у нас есть филе лосося. Я думаю, мы возьмем. Это, кстати, тоже стоит денежек. Давайте положим его сюда на разделочную доску. Пока закроем холодильник, естественно, чтобы холод не выходил. Также нам пригодится сколько картофеля. Давайте смотреть. Филе лосося, ла-ла-ла. Картофель 300 грамм. А сколько у нас картофель весит? Давайте разбираться будем. Вот картошка у нас с вами есть. Если я возьму... А я могу как-то сразу несколько набрать, чтобы не бегать по 200 раз туда? Может быть, сразу в кастрюлю как-то? Давайте попробуем. Возьмем кастрюлю. Так, я сразу хочу для картошки набрать.
Вроде можно. 150 грамм весит одна картофель, и смотрите, она сразу чистенькая. Так, итого 300 грамм, а нам сколько нужно было картошки? 300 грамм, две картофельные есть, отлично. Ну что ж, чтобы сварить картошку до нужного состояния, нам с вами нужна что? Правильно, вода. Так, ставим сюда, давайте. И сколько воды там нужно было? Давайте посмотрим. Так, здесь тоже откройте, пожалуйста, мне рецепт. Вода, литр и 20 грамм соли, чтобы подсолить немножко воду, в которой будет вариться картошка наша. Открываем кран, давайте. Наливается вода, главное сейчас не пропустить. Ну, если будет чуть больше или чуть меньше, я думаю, ничего страшного. Стоп, все, литр и один, ну, чуть больше у нас с вами получилось, ничего страшного. Давайте ставим сразу на комфорку это дело. И соль, конечно же, соли у нас пока сами нет, ее нужно здесь закупить. Берем соль и начинаем солить. 20 грамм нужно было, да, туда? Да, отлично, 20 грамм, давайте, оп. Так, ага, наводим, и как... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Сделаем прям ровно-ровно, чтобы было. 20 грамм. Поставим соломку сюда. Я думаю, пускай теперь на нашем столе. И что нужно сделать с рыбой? Давайте смотреть. Добавьте на сковородку ингредиенты. Значит, приправа, соль и черный перец по 5 грамм. Черный перец у нас пока тоже самого нету. Давайте возьмем черный перец также. Отсюда с полочки, пускай он теперь будет стоять у нас здесь где-нибудь. Тоже, да? Ой, аккуратненько. По 5 грамм. Давайте сразу, я думаю, подготовим кусочек рыбки, да, вот это вот замечательное филе. Блин, на него смотришь, сразу хочется есть. 5 грамм перца. Отлично. Давайте. И 5 грамм соли, конечно же, тоже нам с вами нужно будет добавить сюда. Я уже, знаете, чувствую этот прям аромат. Аромат вот этой свежей рыбы, прям свежайший. Какая вкуснятина будет. Я уже прям предвижу этот стейк. Невероятное что-то. Так, хорошо. Значит, мы с вами посолили, поперчили. Теперь добавить на сковородку ингредиенты. Подсолнечное масло 10 мл и филе лосося. Обжарить в течение 60 секунд с каждой стороны. Ага, и, кстати говоря, 120 секунд на картошку. Мы можем с вами поставить таймер, давайте включим, наверное, думаю, огонь. Поставим таймер с вами на 2 минуты, в принципе, почему бы и нет, да? Так, 2 минуты меня интересует, раз, два, запускаем, все, когда нужно, он прозвенит. И мы будем в курсе, вот у нас пошло отсчет 2 минуты, собственно, картошка будет валиться у нас с вами 2 минуты как раз таки. Я хоть ту комфорку включил-то хотя бы? Да, наверное, надеюсь, что ту, а если это... Да, о, это другая, конечно же, да, все верно, вроде бы, да. И видите, у нас индикатор здесь тоже есть, то есть мы можем посмотреть, как себя чувствует картошка, причем каждая картошка в отдельности как себя чувствует. Так что такие дела, очень даже не дурно. Ну что ж, хорошо, мы пока занимаемся с вами филешкой, давайте, посолили, поперчили, теперь нужно будет обжаривать. Для обжарки нам пригодится с вами, конечно же, сковородка. Где сковородка? Вот, если ты ее видел, вот она. Давайте берем сковородку, пока единственная у нас. Поставим здесь рядышком тоже на комфорку. Сколько масла нужно было добавить на нее? Масло нужно было добавить 10 мл. Масло у нас с вами находится вот здесь. Берем с полочки масло. Так, давайте, разрешите, пожалуйста. Так, и как мне сюда налить его? Вот так вот. 10 мл, да? Аккуратненько тоже сейчас. Давайте. Наклонить. Ну, а что ты не наливаешься? А, вот, все, теперь крышка снята. Отлично, ну давайте. Так, наклоняем аккуратненько, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Главное не переборщить, 10, все, хватит, отлично, ровно 10 мл, мы с вами справились. Ставим масло куда-нибудь сюда и выкладываем филе лосося для того, чтобы... Нормально руками, ничего страшного. Все, и, конечно же, включаем комфорку. Ну, для начала нужно было включить по-хорошему вообще-то. Но да ладно, и по 60 секунд с каждой стороны мы с вами делаем, да? Давайте запускаем таймер, и через 60 секунд мы с вами должны будем это дело перевернуть при помощи лопатки на другую сторону. Какой аромат, друзья, просто, знаете, через экран прям передается, и я прям чувствую, что здесь с вами что-то получается просто невообразимое и супер вкусное. Ну что ж, а мы с вами ждем, люди тоже ждут, кстати говоря. Время у нас остается тем временем 3 минуты. 3 минуты остаются до конца. Мы должны с вами как-то успеть. Что нам еще пригодится? Давайте смотреть. Обжарьте, подайте горячим. Добавьте в кастрюлю. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну ничего, видимо, просто тарелка нужна будет, да? Тарелка у нас с вами здесь. Давайте возьмем вот такую тарелочку. Кстати, она тоже денег стоит так-то. Что готово? Что готово? Готова картошка, да, наша? Да, готова картошка. Вырубаем. Выключаем. Так, да я понял, понял. Ты так и будешь жужжать, что ли, господи, боже мой. Тебя нужно было взять в руки, я понял. Так, здесь нас тоже скоро уже нужно будет переворачивать. Картошка пускай немножко в воде пока побудет еще, я думаю. Немножко в воде, возможно, чуть переварится, но ничего страшного. И давайте возьмем лопатку, чтобы перевернуть вот этот замечательный стейк. Так как это только сейчас делается, я думаю, мы сейчас с вами будем очень долго в этом плане мучиться. Так, берем и переворачивать. Ничего страшного. 3 секунды, правило 3 секунд, все мы об этом знаем. 5 секунд, хорошо, может быть даже 10. Это, знаете, это сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Так, да, такое, тихо. Так, мы справимся, мы с вами справимся. Сейчас все хорошо будет. Ничего страшного, ничего страшного. Знаете, не поваляешь, не поешь. Да твою мать, не поваляешь, не поешь, как говорится.
Да хватит верещать! Так, аккуратно, аккуратно, смотрите. Аккуратно. Да зараза какая. Ничего, ничего, сейчас мы с ней справимся. Почти, почти у нас получилось. У нас почти получилось. Так, давай. Аккуратненько. Опа! Да что такое? Знаете, мне кажется, этот кусочек готов. Мне кажется, он в полной кондиции, чтобы быть поданным. Просто отличная кондиция. Давайте, где там тарелка? Где ты, чертова тарелка? Так, а как мне тебя туда... Ага. Так, сейчас все будет. Смотрите. Да ядричка колотить, давай, нацелься на тарелку. Так. Так. Ага. Опа! Идеально. Идеальный полупрожаренный стейк. Да заткнись, господи, сколько можно! Все хорошо. Первый, знаете, первый рабочий день, ничего страшного. Так, тарелочку берем, давайте берем тарелочку. И теперь забираем отсюда картошку. Раз и два. Отлично, проваренный картофель. Только посмотрите на эту красоту. Ну и все, как бы я думаю, с нас хватит на сегодня. Да, да, забирайте, готово. Мы даже с вами уложились в срок. Отлично, приятного аппетита. Итак, стейк лосося с вареным картофелем. Посмотрите, как отлично у нас с вами получилось. Скорость идеально, вкус хорошо, общий счет замечательно. Ну что ж, по-моему, прекрасно, слава наша подросла. А как повара, конечно же, очки готовки какие-то. И мы с вами получаем еще и чаевые нам за этот замечательный стейк дали. Видите, мы с вами угадали, не зря мы поваляли его и не поджарили до конца, а только наполовину. Видимо, он любит, собственно, как там это правильно называется? Рейр? Нет, не рейр, это... Ну вы понимаете, я когда еще немножко такой сыроватый вот это вот все. Медиум прожарки, короче говоря, все нормально. Жалобы гостей, давайте посмотрим. Вкусы. Слишком много соли. Вроде бы по рецепту все делали, техника. Ошибка при... Не-не-не, никакой ошибки не было, все правильно сделали. Итак, ну что ж, по-моему, наш с вами первый рецепт удался на славу, друзья мои. Давайте смотреть, что же будет дальше. Мы с вами получили за это деньги, отлично, и, видимо, ждем новый заказ, кстати говоря. Немножко здесь у нас с вами все расплескалось, но ничего страшного. Знаете, чего здесь не хватает нам с вами? Нам не хватает посудомойки, я думаю. Человека, который бы убирал бы все это дело, потому что... Как я могу тут почистить, интересно? Ладно, знаете, день только начинается, все еще впереди, поэтому зачем нам вообще этим заниматься? Итак, что у нас там с вами за заказ? Давайте смотреть. Запеченная форель. Звучит просто великолепно, просто замечательно. Что нам для этого пригодится? Продукт, форель, 200 грамм, приправа, черный перец, сушеный тимьян и сушеный укроп. Так, тимьян и укроп. Сушеный укроп, давайте на столик сразу поставим его куда-нибудь сюда. И тимьянчик тоже сейчас захватим. Тимьян вот это, я так понимаю, да? Отлично. Давай иди. Замечательные приправы, просто превосходные. Я думаю, с этим у нас с вами получится гораздо лучше. Давайте заглянем в наш холодильничек прекрасный. Вот у нас тут с вами есть форель, кстати говоря. Да, такая дешевая. Так, ну что, давайте определяем. На разделочную доску закрываем, конечно же, холодильник. Что нам с вами нужно сделать? Поместить на противень. Поставьте в духовку на 90 секунд. Приправа сушеный хрен. Это, видимо, уже потом, я так понимаю, да? Приложите на тарелку, подавайте горячим. Дольки лимона. Порежьте ингредиент лимон 80 грамм на 4 части по 20 грамм. Приложите на ту же тарелку. Украшение из петрушки. Украшать свежая петрушка 6 грамм. Так, лимончики. Лимончики у нас с вами должны быть здесь. Ага, берем один лимон, 80 грамм как раз таки получается. Прекрасно. Я пока положу его просто здесь где-нибудь. Полежи, дорогуша, здесь. Сейчас мы с вами займем сначала рыбой, а потом уже всем остальным. Что с рыбой нужно сделать? Черный перец, 5 грамм. Давайте как следует поперчим рыбку. Так, 5 грамм, поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Идеально, просто превосходно. Следующий ингредиент у нас с вами идет. Это получается сушеный тимьян 5 грамм и сушеный укроп также 5 грамм. Давайте укропчик добавим. Для аромата, скажем так, да, добавляется. Тоже 5 грамм. Вообще вы можете делать, я думаю, по вкусу все это дело, как кому больше нравится. Возможно, кто-то больше любит, там, не знаю, поперчить побольше. Может быть, укропчик побольше добавить, наоборот. Так, и тимьян также 5 грамм. Кстати говоря, обратите внимание, здесь вроде как соли даже не нужно. Сейчас мы перепроверим это дело, но вроде бы нет. Тоже 5 грамм. Отлично. Все, приправы готовы у нас с вами, да, и теперь что нужно сделать? Теперь нужно это дело выложить все в духовку на противень, чтобы она там готовилась в течение 90 секунд. А, приправа сушеный хрен, я так понимаю, это уже после этого нужно будет сделать. А сушеный хрен у нас есть вообще? Давайте посмотрим. Да, сушеный хрен тоже имеется, давайте возьмем эту баночку сразу. Поставим где-нибудь здесь ее, так немножко отдельно от других приправ, чтобы имели в виду, да. Противень, кстати говоря, он у нас здесь есть? А как нам? Где-то он должен быть, наверное, тогда, я думаю. С мочалки, но это нам не интересно пока что. Возможно, где-то отдельно есть. Здесь ничего нет, здесь ничего нет, кстати говоря. Так, время-то идет. А может быть, нам нужно просто так сейчас положить туда, собственно, рыбу, он и как бы и появится тогда. Но я, честно говоря, не вижу нигде ничего такого подобного, подходящего здесь на кухне. Ну давайте посмотрим внимательно, может быть, найдем. Тарелки видел. Так, тарелки есть. На тарелках вряд ли можно что-то делать. Здесь тоже пока все пусто. У нас куча здесь так-то, смотрите, шкафчиков еще всяких разных, поэтому.
Возможно, где-то оно затесалось. Но давайте будем пробовать, хорошо, будем пробовать относить рыбку. Сейчас я здесь посмотрю. А, вот же он, боже мой, ё-моё. Как хорошо, что мы сюда с вами пошли. Конечно, он должен быть. Я и думаю, что странно, что его нету. Так, ладно, давайте сюда. Рыбку. Ага, соль, перец, бла-бла-бла, вот это все есть. На противень, давайте. И в духовочку запихиваем, давайте туда. Опа. Закрываем и на 90 секунд ставим. Включаем, давайте таймер поставим, чтобы не забыть. Значит, 90 секунд, это у нас получается 1,5 минуты, да? Вот так вот, отлично, все запускаем. Он нам, собственно, оповестит нас, когда будет готово. Ну а пока с вами разберемся с лимоном. Давайте, его нужно порезать на 4 части. А у нас с вами на доске, слушайте, остался перец. Слушай, это то, что просыпалось, отлично. Ну ничего страшного, на лимончик тоже попадет чуть-чуть. Это будет, знаете, придавать дополнительный вкус. Так, и что же мы с вами будем? Ага, ага, я понял. Нам нужно вот так с вами резать. Нам с вами нужно вот так как-то резать, я думаю, давайте. Опа, так, теперь эти дольки. Теперь эти дольки. Раз, порезали. А как нам тебя порезать? Подожди секунду. Во, отлично. Так, эту дольку теперь тоже давайте разрежем. Тоже вот так вот на части просто. Как-то вот так, я думаю. Опа, все, идеально, я считаю. Давайте ножик на место уберем с вами. В подставочку специальную. Ну что ж, с лимоном у нас все готово. Давайте сразу достанем тарелочку. Тогда, я думаю, точно такую же, как для прошлого блюда с вами использовали. Поставим ее куда-нибудь сюда. Во, смотрите, как там жарится, парится, а? Красота. Можно, наверное, приоткрыть, посмотреть, что там с ней. Хотя, в принципе, и так, в общем-то, видно на самом деле. Отлично, я уже чувствую этот аромат. Блин, я бы на самом деле помыл пока сковородку. Ой, сковородку, говорю, эту плиту, может быть, можно. Давайте мочалку попробуем взять, губку точнее. Так. Бросить, повернуть, мыть. Во, да, смотрите, отлично. Идеально. Сразу, чтобы была чистота у нас с вами, да? Чистота. Так, отмена, давайте здесь сейчас помоем теперь. Ой-ой-ой, боже мой, не-не-не-не. Какая хрень, так. Ну давай, здесь мой, пожалуйста. Готово, готово. Хрен с ней. Так, нужно бросить ее. Как ее бросать? Бросаем. Бам. Я понял, все хорошо, спасибо. Спасибо, не надо. Обратно выключаем. Давайте и достаем противень. Отлично. Какая ароматная, только посмотрите на эту красоту. Только гляньте, прям испарина такая идет хорошая, замечательная. Так, ну мы, конечно, не можем взять ее, а давайте сразу на тарелку попробуем взять. Можно будет взять? Да. Вот, идеально. Ставим тарелочку сюда и лимончики украшаем, да? Украшаем все это дело лимончиками. Так, как-то она сверху некрасиво кидается, правда. А я могу, наверное, ну ничего, я думаю, сейчас... Понятно, я могу же сделать вот так, да, еще смотрите, брать. Оп. Так, опа. Это немножко странно, но ладно. Ну, допустим. Положить емкость, да, давайте положим. Хорошо, допустим, пускай будет так. Все, у нас все готово. И еще хреном нужно сверху немножко посыпать теперь для... Опять же, вкус, где у нас хрен был, вот у нас отдельно стоит. Сколько там нужно было? Да по вкусу. По вкусу, конечно же, давайте. Не на лимон, а на рыбку. В тарелку решил, ну окей. Давайте. 5. Все, отлично. 6 пускай будет. Идеально. Поторопитесь, у нас с вами остается минута, у нас с вами все готово. Забирайте. Очередной шедевр. Мне кажется, мы лимон куда-то потеряли один, да, кусочек? Ну ничего страшного, такое бывает. Случается в процессе, знаете. Так, ну что же. Отличный вкус, отличная скорость и общий счет тоже, в общем-то, хороший. Слушайте, ну неплохо, оплата гостя, чаевые даже опять же дали. Слушайте, превосходно, превосходно, жалобы гостей, давайте посмотрим. Вкус иди, боже мой. Мы забыли с вами про петрушку совершенно, елки-палки. Ну ничего, гостям и так понравилось, это самая главная температура, идеально. Все, превосходно, слушайте, да, мы с вами могем, мы с вами прям супер... А где лимончик? Вот лимончик, кстати, лежит, давайте скушаем. Ням-ням-ням-ням-ням. Нет, я на самом деле не скушаю, сюда выкинем просто его, все. Новый заказ у нас с вами опять, запеченный форель, ой, да, запеченный форель. Слушайте, видите, как гостям понравилось, они прям хотят теперь постоянно нас кушать здесь. Просто невероятно. Ну, давайте возьмем, давайте приготовим еще одну, почему бы и нет. Так, форель идет сюда к нам, давайте сразу на разделочную доску ее. А слушайте, а может быть нафиг? Тут у нас, смотрите, до сих пор осталось, что тогда, может быть, сразу на противень просто поперчим, посолим? Не-не, ладно, давайте на доске, а потом переложим уже. Итак, что мы там с вами брали? Мы с вами брали укроп, 5 грамм, я запоминаю рецепты. Отлично, будем сейчас с вами по памяти все готовить. А давайте попробуем по памяти действительно приготовить. Это, мне кажется, было бы интересно довольно. Значит, там нужен был перец, точно помню, тоже 5 грамм. В принципе, я все запомнил. Ой, мимо. В принципе, я все запомнил. 5 грамм, 6, ничего страшного. Чуть-чуть будет... Более перченая рыбка, это даже, мне кажется, очень хорошо. И нам с вами нужно тимьянчика, конечно же, тоже для вкуса. Давайте 5 грамм добавим. Оп, отлично, все, готово. И теперь рыбка готова отправиться на противень, естественно. На противень, и теперь в духовку на 1,5 минуты, я помню, да-да-да, 1,5 минуты. Закрываем, ой, холодильник надо закрывать, елки-палки. Закрываем холодильник, включаем, ставим таймер на 1,5 минуты с вами, давайте. Так, раз, и...
Вот так вот, все, запускаем, ставим. Он нам просигнализирует о том, что все будет готово. Ну, а мы с вами тем временем подготовим лимончик, конечно же. И, кстати говоря, в этот раз нужно не забыть про петрушку, потому что в прошлый раз мы, к сожалению, не положили, потому что забыли. Но сейчас, я уверен, мы с вами, конечно же, этого не допустим. На самом деле, я не уверен, но попытаемся. Так, ну что, разрезаем, давайте. Раз дольки. И еще вот так. Не очень, мне кажется, удобно так нож держать, но не суть. Главное, что он делает свое дело. Так, как бы нам так порезать-то тебя? Давай вот здесь так аккуратненько тоже, тихонечко. Оп. Все, дольки готовы. Ну и, собственно, мы с вами теперь ждем просто, когда будет готова рыбка. Но теперь-то мы с вами делаем все уже в разы... Ну, поставишься? Да. Все делаем в разы быстрее, у нас с вами все готово. Давайте сразу, может быть, добавим петрушечки. Сколько петрушки нужно было? Я не знаю, я возьму... А я могу сразу несколько взять? Нет, не могу, к сожалению. Я возьму просто несколько штук. Да зачем на лимон-то? Лимон не нужно, просто можешь сюда куда-то положить. А, вот на стол положим, ладно, нормально. Просто, знаете, возьму пару щепоток буквально для того, чтобы приукрасить. Нам, собственно, для этого и нужна петрушка, для чего-то там другого, поэтому пускай на столе немножко полежит пока. Я думаю, три пучочка будет, в принципе, достаточно. Людям должно понравиться. Итак, у нас у меня остается тем временем 20 секунд до того, как рыбка будет готова. Мы, в принципе, с вами все помним. Давайте здесь тоже телевизор включим тогда. Я хочу просто посмотреть, сколько осталось. 4.20, ну, еще 4.5 минуты, представляете? Какие же мы с вами молодцы просто. Отлично. Прям так бы, знаете, сами свои заказы бы и съедал. Но, к сожалению, нет. Мы с вами это все готовим для людей, чтобы они были довольны. Кстати, так, ладно, мы потом еще заглянем. Все-все-все, спасибо. Спасибо, да-да-да-да, спасибо большое, я помню. Выключаем. Давайте выключаем, достаем рыбку. Ай, хорошо. Как же замечательно. Так, сюда ее давайте. Тарелочку, я забыл тарелку подготовить, кстати говоря. Вот эту, берем тарелку вот такую. Забираем это на тарелку, рыбку. Идеально. Нужно будет сейчас посыпать, конечно, хреном еще немножечко. Давайте чуть-чуть. Чуть-чуть совсем на рыбку. Там грамм 5-6 тоже добавим. Все, отлично, хорошо. Ставим на место. Теперь лимончики. Я бы хотел лимоны как-нибудь красиво. Ну, видите, оно получается само как-то по центру кидается. Возможно, можно как-то не так сделать. Но сейчас мы с вами посмотрим. Так, давай на тарелку тоже. И ты тоже полезай-ка на тарелочку. Зато так, вот, знаете, рыбка немножко смажется соком, скажем так, лимонным. Так, взять, переключить наборы. Что за наборы переключить? А, о, тарелка, ничего себе, смотрите-ка. А, я могу как-то тебя... Ладно, не будем, знаете, ерундой маяться. Давайте просто сейчас немножечко петрушечки сюда. Вот так вот сверху добавим пару пучков буквально. То, что мы с вами насрывали там. Свежие, между прочим. Между прочим, свежие, представляете? Просто невероятно. Так, ну что, сюда и вуаля. Так, вот нужно без резких движений, мне кажется, а то они слетают, и половина того, что мы сами несли, улетает куда-то в небытие. Ну что ж, приятного аппетита, пожалуйста, еще очередное блюдо. Иди, смотрите, вкус практически идеальный, уже просто лучше и быть не может, как мы с вами клево сделали. Ну что ж, чаевые 10 денег еще дали нам сверху, ничего себе. Возврат тарелки 4, окей. Жалобы гостей. Вкус идеальный, техника дольки лимона. Плохая тех... Ну, простите, пожалуйста, господин премьер-министр. Технику не понравилось, как он нарезал. Ничего себе, дольки они есть, дольки. 4 штуки, все. И температура тоже идеальная. Все, супер. Вы заработали достаточно очков готовки, чтобы открыть новый рецепт. Для этого воспользуйтесь приложением на ноутбуке. Опачки. А вот это уже интересно. На сегодня это все. Завершите работу и принимайтесь за уборку. О, еще убираться. Ну, в общем-то, логично, да, в общем-то, логично. Ну что ж, нам с вами нужно будет сейчас все помыть. Я так понимаю, всю эту посуду, которую мы с вами здесь... Почему я не могу ее аккуратно, блин, положить? Подождите, бросить, вымыть. Жесть. Только брат... Ну хорошо, ладно, пускай здесь так лежит. Что нам с вами нужно мыть? Нам с вами нужно мыть сковородку. Я так понимаю, да? Так, а можно тебя только как-то поставить аккуратненько? Сковородка, судя по всему, здесь не помещается, да? А я знаю, как мы с вами сейчас сделаем. Так, мы с вами, значит, берем. Вот туда, вот так. Ага, она не хочет почему-то туда, да? А я могу тебя повернуть? А, так там еще и нет, она типа чистая, лол. Ладно. Я не против. Давайте повесим ее. Давайте повесим ее. У нас с вами еще 3 минуты для того, чтобы убраться. Вот тут же сковородка висела. А, вот-вот-вот, все, вижу крюк. Отлично, все, пускай здесь висит. Надеюсь, там ничего не расплескалось с нее, вроде бы нет. А как мы с вами поступаем с кастрюлей? С кастрюлей мы с вами должны поступить. А, как-то аккуратно мы с ней должны поступить. Мы должны все это дело вылить. Могу ли я... Так, знаете, что нужно сделать? Нет, не повернусь. Я хочу сделать вот так вот. И вот теперь надо все это дело... Сейчас, выливать. Аккуратно, давайте. Во, идеально, слушайте, все вылилось. Так, так она тоже чистая, слушайте, ее мыть даже не надо. Отлично. Просто вылили и все, ставим на место. Просто идеально. Отлично, чистая сковородочка. Так, масло, ну мы оставляем, конечно, масло здесь для будущих готовок. Пока вот здесь поставлю поближе чуть-чуть. Все, у нас здесь все хорошо. Слушайте, да более-менее чисто, у нас даже прибираться не нужно. Ну только, может быть...
противень чуть-чуть помыть, да, его не мешало бы. Так, а как это сделать можно? Я не могу, блин, туда ставить. Видимо, придется делать вот так вот, да? Ага. Ну, давайте помоем. Так, 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 помоем, чтобы было чистенько, чтобы вся вот эта соль, перец и прошлые штуки отсюда ушли. Сейчас мы с вами обязательно посмотрим еще, конечно же, что там за такой вот замечательный новый рецепт у нас с вами открылся. Все, ставим на место, и остается у нас убрать... Приправы ставим здесь, я думаю, они здесь пригодятся. Так, берем доску, давайте, вот доску точно нужно помыть хорошенько. Блин, почему я не могу туда положить ее никак? И как я могу смыть вот это вот добро, которое здесь осталось? Наверное, просто воду включить? Да, слушайте, правда, смотрите-ка. И причем, лол, ну-ка. Так, а я хочу помыть. Хм. Ну и ладно, не хотите, как хотите. Не очень-то и хотелось, давайте. Все равно туда упало. Все равно туда упало. Если включу горячую воду еще. Наливается 3 литра. Не-не-не, все-все-все, давайте. О, можно еще другую сторону крутить. Прикольно. Ладно, останется здесь, наверное, такой след тогда. Так, вот сейчас мы тебя будем стирать. Давай, доска. Значит, мы тебя здесь убираем, чистим. Тут главное, чтобы никуда не улетело ничего. Как-то немножко странно, мне кажется, она чистится, ну ладно. Не суть, надеюсь, это поможет. Так, мы протерли. Опска здесь лежит. Слушайте, а все равно осталось. Разделочная доска, перец, тут все, бла-бла-бла. Точно никак не помыть? Может быть, как-то... Нет, видите, ничего не происходит. Никак не поставить? Да черт подери. Странно, странно хрень. Ну ладно, окей. Не хотите, как хотите. Вода же тратится, выключай, боже мой, скорее. Так, ладно, здесь прибрались, здесь все чистенько, все хорошо. Стол вроде бы чистый, все нормально. Здесь у нас что-то еще осталось, кстати говоря, с вами, что это такое. Молотый кайенский перец. У, прикольно. Так, ну что ж, давайте зайдем туда к ноутбуку, посмотрим, что у вас там такое там есть. Какой-то новый рецепт, говорят, мы с вами открылся, да? О ресторане, менеджер рецептов. Где же это открылось, интересно? А, так вот он, наверное, есть. Это у нас получается томатный суп, кстати говоря, да? У нас есть 22 очка, я так понимаю, и мы можем взять его. Томатный суп. Во, куриный бульон, 700 мл, соль, черный перец, молотый кайенский перец, помидоры, килограмм почти, репчатый лук. Слушайте, балдеж. Измельчить до однородной массы. Здесь нам с вами блендер понадобится явно. Так, ну а что мне нужно делать? Мне нужно нажать здесь или что? Или он у меня и так уже появился? Мне кажется, он и так уже появился. У вас... А, вот, у вас нет, лол, вот оно что, вот оно где. Так. Простой украинский... О, борщик, смотрите. Борщик, нифига здесь. Бульон из утки. Гаспачо. Едрит. О, гамбургеры. Давайте гамбургер откроем. Салаты всякие, какие-то макарошки. Блин, слушайте, неплохо, однако. Кукурузная похлебка. Давайте гамбургер откроем. Мне кажется, это вообще отличная идея. Так, лосось со спаржей. Стейк. Давайте гамбургер хочу. Как, что мне нужно сделать-то? Эй, дружище. А, вот наши вот эти очки. Я что-то думал про эти. Нет, не то тогда. Значит, мы с вами можем открыть только пока борщик. Ну хорошо, борщик тоже неплохо. Давайте, давайте возьмем. Бам. Свекла — новый ингредиент в нашем арсенале. Ищите новинку в магазине на кладовой. Кладовой. Морковь — самый свежий ингредиент, с которым вы научитесь работать. Загляните в магазин или кладовую. Окей. Так, петрушка — наш новый ингредиент, можно найти в магазине или кладовой. Вот, смотрите, петрушка появилась, появилась свекла и появилась морковь. Ну, отлично, ну прикольно, а здесь что такое? А, здесь тоже можно покупать. Гастроном, специи, смотрите, жидкости. Утварь всякая разная еще для кухни. Ух ты ж, ё-моё, ничего тут всякого разного, смотрите-ка. Ножи, миски, прочее-прочее, щипцы есть, чашка отлично. Итак, день первый. В итоге, собственно, первого дня у нас с вами видны здесь. Но, по-моему, очень неплохо даже. Очень даже неплохо. Конечно, какая-то прибыль совсем мизерная, но вот так вот потихонечку мы с вами, видимо, и будем трудиться. А здесь нам с вами сейчас показывают тоже наш, ага, наш уровень. Доступны новые перки, кстати говоря. Выбрать перк. Давайте посмотрим, что за перки нам с вами доступны. Мастер. Получите 3 дополнительных очка навыков вместо открытия перка. Руки не дрожат. Удерживая shift, чтобы зафиксировать предмет на месте во время нарезания. Быстрые ноги, нажав space, чтобы ходить быстрее. Не бьющиеся тарелки. Тарелки никогда не будут неплохо. Мне кажется, для нас это нужно. А можно? А есть такой перк, чтобы стейк не падал у тебя с лопатки? Может быть, это руки не дрожат? Возврат денег. Верните деньги за заказ, чтобы сберечь очки славы. Тепловизор, полезные связи. Ресторанный критик будет менее требовательный на экзамене. Экзамене? Что? Серьезно? Сменить заказ раз в день, сменить активный заказ на другой случайный. Анализатор блюд. Проверьте оценку блюда перед началом. О, перед подачей гостя. Прикольно. Добрая фея, волшебник. Волшебная палочка уберет все пятна и осколки. Вот это хочу. Не хочу убираться, хочу волшебную палочку.
Спасибо. Улучшите свои навыки. Так, увеличение с прибыли с блюда. Усилитель кулинарных очков. Так, за поданные блюда начисляются на 10, 30 и 60 больше очков. Ни хера себе. Гости платят. Давайте, наверное, деньги сначала возьмем, я думаю. И награда за ежедневные задания, скидка на кухонный декор, усилитель опыта, цепочка блюд, усилитель... Блин, тут так-то много всего, слушайте, прям жесть, много всего. Ну, давайте я, наверное, возьму сначала на деньги, прибыль, нормальная тема, почему бы нет. Так, а как мне это можно выбрать? А, новый уровень, раз. А, так мы можем несколько взять, слушайте, так мы же можем прям немерено денег получать сразу с вами, офигеть. То есть могу сделать вот... А, нет, все, уже дальше 3 требуется, окей. Все, ну 30% еще плюс. Неплохо, неплохо. Что ж, друзья, я думаю, мы с вами первый день на этом закончим. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчики. Ну а мы с вами увидимся. Всем до скорого. Пока-пока.